снова и снова. Рад приветствовать вас на своем канале Моряк Механик. И сегодня долгожданный выход из дока. То есть по истечении 8 дней ремонта, из них 2 изначально мы простояли возле причальной стенки в шипьярде, и после чего нас загнали в док. Простояли, получается, 7 дней. И вот суммарно 9-й день в ремонте, он же 7-й день в доке, и нас опускают на воду. То есть ролик не такой длинный, как обычно все ролики этого плейлиста о судоремонте. То есть сюда вложил конкретно спуск на воду. То есть закрыта вся донно-забортная арматура. Где-то еще местами она даже не собрана. Но все забортные клапана поменены, они все закрыты. То есть нас опускают просто на воду, выводят. И после чего мы уже на следующий день будем открывать кинстоны, там, где дособирают системы, проверять, прессовать, запускать насосы и готовить все к работе. Здесь, в этом ролике, переходим опять же на судовое питание, то есть на emergency generator, на аварийный генератор, поскольку динамки у нас еще не собраны, там кое-какие трубы не поставили, систему охлаждения, турбины еще не стоят. То есть переходим, снимаем питание с берега, с дока, садимся на аварийный генератор, и 2 буксира нас шифтуют, перетягивают к уже не к причальной стенке, как изначально, там нас поставят вторым бортом к другому судну, про которое я как-то перед этим рассказывал, что они строили нефтедобывающую платформу, и в итоге там все у них заглохло, вот к ней нас и привязали. Как только встали вторым бортом к этой платформе, опять же пристегнули береговое питание и потушили аварийный генератор. В принципе, на этом ролик и заканчивается, а следующим выпуском будет продолжение. 9-й день ремонта, то есть полная сборка всех еще недостающих, несобранных систем, установка турбин. И начинаем запускать динамки по очереди, прессуем системы, запускаем насосы. Вот. Как в предыдущем ролике я сказал, у меня 8-й и 9-й день слились в один большой бессонный день. Но там, когда монтировал видео, посмотрел по свойствам папок, получается, что 8-й, 9-й и еще и 10-й день у меня получается как единый там дурдом. Тут просто события августа прошлого года, уже подзабылось кое-что, как бы впечатления не свежие, поэтому по папкам посмотрел, вспомнил, как оно все было. 8, 9, 10 день они там слились в один длинный, мучительный, бессонный, адреналиновый день для меня в частности, да и для остальных. С 8 на 9 день у меня получилось где-то поспать, ну, может быть, пару часов, после чего где-то сразу за полночь нас начали опускать на воду. Тут нужно было сразу следить за всем, потом переходить на питание. Вот. Как только привязались, начали прибывать работяги, то есть это уже утро настало 9-го дня. Собирать все остальные системы, также весь день рабочий, опять же контроль. И под конец рабочего дня, уже как стемнело, начали запускать насосы, запускать динамки, переходить на бортовое питание, после чего я уже там подписывал бумаги, в общем, о принятом
о принятой работе. И на это практически ушла вся ночь, опять же, не спавши. И сразу с утра под рассвет, это уже 10-й день, также вторым бортом, как мы будем стоять. 10-й день, подходит баржа, мы берем топливо и буквально с рассветом отшвартовываемся и выходим по речке. То есть там маневры по речке из Шанхая очень долгие, где-то протяженностью может часов 6, не меньше. Вот все это без сна. Тут, кстати, тема о разговоре об MLC, можно развернуть ее и поговорить о ней позже в отдельном ролике. Ну а теперь приступайте к просмотру. Всем удачи, попутного ветра. Счастливо. It's okay? Not yet. Hey, the brain spanner. The size bigger. Still living, yeah? Yeah, yes, a little job. You check other thing, chief. Other thing. Go ahead. Тихо. А что дальше? Рубина. Старта images, image res, chief. Да, автоматик. Ауто. Автоматика? Да. Окей. Стандарт. Давай. Давай. Already start. I heard. Delay. Просто на бузер нажимай, на стоп-хорн, и все, больше ничего не нажимай. Все окей. Окей, хорошо. Окей, мы полагаем, что это не то, что...
Да будет свет, сказал я. Inform bridge, winch can use it. Thank you, sir. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Later, maybe after you have smoking outside, because now we're going to prepare. Mm-hmm. It's very hot. Outside smoking. Now hurry up with water, okay? Yeah, yes. Water now in progress, okay? Yes. Thank you. Пошел я. Алексей, я waiting for the stop sign. 6 часов. Да, пошел я генератор остановил. Там остановился.